Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Пермском тракте. В аварии погибла 16-летняя девушка. Еще три человека получили серьезные травмы. Автомобилем «Фиат» управляла 41-летняя женщина. В салоне находились две ее дочки и племянница. Во время обгона легковушка столкнулась с грузовиком, вылетела на полосу встречного движения и врезалась в фуру. 16-летняя пассажирка «Фиата» погибла на месте. Водитель и ее дочь-подросток получили травмы. Также пострадала полуторагодовалая девочка. У малышки перелом тазобедренной кости. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры.